Всем привет, ребята! Сегодня мы поговорим о новостях и обновлении клуба, то есть концепты, и думать, что туда добавят. Посмотря на эту фотографию, можно увидеть какого-то нового персонажа и какой-то задний фон. Это похоже будет на в обновлении загрузка этот клуба, когда в него заходишь. Либо это новый персонаж и, может быть, даже новая карта или какие-то новые еще части. Например, этот новый персонаж будет управлять дронами или их ставить. Они будут по кругу или по определенному направлению двигаться. И если они увидят врага, будут в него стрелять. Еще недавно они выпустили, группа Кубум, там где админы, они выпустили такую фотографию. Тут есть два персонажа. Слева это какой-то крутой персонаж. Он похож на Эль Приму из Бравл Старса. И справа какой-то скелетик. Это, походу, связано с Хэллоуином. Раз там справа какой-то чел похож. Он такой какой-то мексиканский, типа. И еще там фон с черепками и все этим. Это еще концептно, если, походу, это добавят два персонажа в игру. И, походу, добавят у одного этого челика есть в руке дигл. Походу, добавят на него золотой такой скин. Но и эта фотография может быть тоже загрузкой. И еще эти фотографии, они больше всего похожи на ранг. Или звание какое-то. Например, это значок Кубума дается за то, что ты очень хорошо играешь там в Кубум, или ты настоящий олд, или что-то там связано с Кубумом. А CSGO это типа ты играл в CSGO, знаешь там что-то о ней, и типа ты не Кубумер, а CSGO чел, CSGOшник. Но я честно не знаю, что это больше всего похоже на ранг, либо какое-то звание. Или даже, скорее всего, какой-то даже, сказать так, например, Кубум, это мы играем в Кубум, а CSGO это будет, типа, в Кубуме играть, как в CSGO, но только это будет даже на телефоне. И еще они вчера сделали опрос, какой персонаж добавить. Многие проголосовали за этого кролика, но я уже имена не помню, но буду говорить по-своему. Так, я думаю, по своему мнению, то, что химик, то, что он будет давать какое-то отравление кислотой или типа вроде того, что у него там зеленые такие глаза и какая-то болитая жидкость, капли или что-то такое, на одежде тоже зеленая. То есть кислота будет наносить урон, если там кинуть зелье или кинуть такую гранату, как молотов. Так, и там еще есть Гарри-робот. Я не помню, это вроде бы Гарри, не помню. У него там есть топор. Наверное, он будет наносить много, то есть у него будет оружие-топор, и он будет наносить больше, чем обычный топор в Кубуме. Еще он робот, походу, он будет там бить с высокой скоростью, плюс урон и что-то еще. Этого. Еще такое железо, это может быть еще броня. Считаться за броню. И вот. Так, приступим к этому кролику, я уже не помню. У него есть карта. Походу, у него будет новое оружие. Это стрелять картами или какие-то ловушки. Не знаю. Или он будет. Или это связано с пасхальным кроликом. Точно не знаю. Или он будет оставлять яйца, это типа ловушек тоже. Или это будет граната. И на этом все уже вроде бы. Еще есть концепт у Odyssey, то есть трейлер по обновлению. Там он много чего добавил и взял. Это может быть тоже добавит этих новых персонажей, но я не знаю точно. Поэтому все. Вы можете посмотреть видео о Odyssey трейлер. Он там добавил много чего, того, чего я не видел, и я даже не понимаю, откуда он взял. Наверное, это Instagram Кубум. Они там много чего сливают. И на этом все. Хорошего вам дня.